Главная валюта сегодняшнего дня – это люди, которые вам доверяют. Меня зовут Ваня Корнеев, это шоу «Проверка связи». Прямо сейчас мы узнаем, кто из наших звезд богач. И первый человек, команду которого я прямо сейчас позову, это Артем Амчиславский, он же Амчи! На таком спокойствии вообще. Всем здравствуйте. Мужчина. Как дела? Отлично. Как вообще у тебя общение с аудиторией происходит? Общаешься? Занимаешься ли ты такими делами? Или ты уже прошел вот этот этап? Я иногда стараюсь это делать. Да. Иногда. Но не всегда получается. Почему? Дело в себе? Плохо общаюсь, да. Ты плохо общаешься? Да. Есть над чем работать? Конечно. Ладно, но зато сейчас вживую это сделал. Вживую всегда приятнее, да? Команда Артема, идите сюда, там же. Это победители. Это победители, это Павел и это Софа. Да. Ну что, победители, насколько вы заряжены сегодня? Максимально. Да. Типа точку поставила. Ну, взаимопониманием нормально? Да, мы уже все порепетировали, мы уже выиграли пару. Так, ну-ка давайте, что репетировали? Молоко. Молоко. Как объяснить слово молоко, если что, да. Молодцы, ребята, это мои аплодисменты. Давайте я представлю ваших сегодняшних противников. Команда. Маша Гончарова! Ну, привет! Привет! Агрессивно настроена, однако. Ой, извини. Как ты вообще с подписчиками? Насколько у тебя плотное общение? Обожаю общаться. Да? С адекватными, да. Потому что есть, конечно, немножко такие мужчины настроены, знаешь, на такое агрессивное общение. Я сразу ничего в блок. Себе. А вообще люблю общаться, я отвечаю, комментирую. Слушай, ну я понял, почему в твоей команде нет ни одного мужчины. Наверное, они все были агрессивны. Команда Маша, иди сюда, пожалуйста. Давайте встретим Эльвиру, Аксову и Настю. Гусь. Yeah. Вопросы к Насте. Гусь? Здрасте. Да. Вопросы больше нет. Вопросы к Аксову. Ну, вот у меня такая разношерстная команда. Без ответа. Почему ты Аксову? Просто без ответа. Ну, это просто мой никнейм. Хорошо. Эльвира, ты Потому молодец. Потому что мне родители так назвали. Эльвира, ты молодец, ты самая понятная мне. Да, как... а я? А ты, Маша, ну, естественно. А, хорошо. Как вы оцениваете свои шансы? Ну, мы победим сегодня. 100%. Ну, естественно. Да. Но, если что, главное участие. И мы красивые. О, после фразы, если что, главное участие, еще никто не побеждал. Маша, зачем ты это сделала? Но, возможно, будешь первой. Команда Амчи готова? Да. Команда Маши готова? Да. Тогда мы начинаем первый раунд шоу «Проверки связи», который называется «Есть контакт». Итак, мы начинаем шоу «Проверка связи». Амчи, твоя команда уже в астрале да. находится. Да. Смотри, в первом раунде я дам тебе слово. Да. Возможно, знакомое тебе. Было бы тепло. Твоя задача – увидеть его, постучать Владу по плечам и как можно быстрее объяснить, не называть слово однокоренные. Хорошо. Если вы... Ну, как бы Влад дальше по цепочке пойдет, ему нельзя повторять твое объяснение. До конца цепочки дошли за минуту, получаете 3 балла. Все очень просто. А если... Мираж! Все. Что? Ты об этом поешь? Да я пою, а как им объяснить? Вот поехали. Сейчас и увидим. Время пошло, минут, погнали. Вот смотри, ты в пустыне, очень хочешь пить, и хорошо. Тебе являешься... Мираж. Молодец. Да ладно, Влад! Как же ты хорош! Тебе так нельзя. В общем, в Дубае что есть? Работа. Они где ходят с верблюдами, там катаются. Да, и там ты можешь увидеть что? Песок. Там тебе, допустим, явление какое-то есть. А, мираж. Да. Хорошая. 30 секунд. Да, Паша. Песок, смотри, например. Пляж, море. Где много песка. Что это? Пляж, море. Нет, там рядом нет воды, но много песка. 15 секунд. 10. Пустыня. Там на верблюдах ездят. Пустыня. Сахара. А что можно секунд. Там увидеть? Блюда, кактусы. Нет, вот именно время из песка. Вот. Вышла! Аплодисменты мне, Амальянович. Она сказала, Мира. Ну подожди, во-первых ты объяснял ровно так же, как Влад тебе объяснил. Да. И через Влад песок. У вас вообще что с воображением? Но мне понравилось, потому что обычно ты как-то берешь по-другому объясняешь, а ты, Влад, просто взял, перефразировал все, что Амчи тебе сказал, и был в рамках правил. Молодец. Поэтому мы что-то получили. Да, вы получили 2 балла и наш аплодисмент.
Итак, Маша, твоя команда энергетически настроена. Я слышу от Эльвиры. Смотри, фабрика. Максимально просто. Тебе даже, я бы сказала, повезло. Ну давай, время минут пошло, прямо сейчас. Давай снимай. Короче, я пела последние. Где? Название коллектива «Фабрика». Да. Ого! Но тебе так уже нельзя. Работают люди на заводе и на... Еще где? Фабрика. Молодец. Да хорош! Хорош! Так, есть группа музыкальная, и она описывает, короче, где Маша была? Группа «Фабрика»? Да. Только второе слово. «Фабрика»? Ну, конечно. Не, аплодисменты, давайте все. У вас, наверное, может быть вопрос, почему вот здесь было объяснение через фабрику, и вот здесь было. Но суть-то в том, что Аксел стояла в наушниках, она не слышала. Вообще вопросов не было. Я сам выдумал себе в голове этот вопрос, задал и ответил на него. Все круто, реально слово просто проще, чтобы объяснить. Да, о господи, я как будто бы на Евровидении выступала, у меня сейчас сердце выскочило. Возможно, во втором раунде вам будет попроще, а вам посложнее, но в этом... В раунде есть контакт. Со счетом 3-2 выиграет команда Маши. Общий счет. Раунда 1-0. Мы двигаемся в следующий, который называется «Без ответочек». Это второй раунд нашего шоу, который называется «Без ответочек». Эля, твоя команда сейчас начинает. Вам было слишком просто, поэтому мы немножечко усложнили задачу. Теперь, когда ты будешь объяснять Аксову, вообще склоняет, напридумывает никнеймы, блин. Она говорила, что можно назвать его просто О. Вот когда ты будешь О объяснять слово, О ничего тебе уже не скажет. Даже О не сможет сказать. Все, что она поймет, запишет свой планшет, перевернет его и пойдет дальше по цепочке. Все то же самое. Минута на то, чтобы дойти до конца. Твое слово. Это что-то съедобное у нас, такие правила. Сельдерей. О, это тебе за фабрику. Эльвира, давай. Минута пошла прямо сейчас. Зеленый, невкусный, но свежевыжатый сок из этого делают. Сейчас модно. Яблочно. А к слову? Все, чуть-чуть, ты не смотри. Пусть для тебя это тоже будет сюрпризом, что она там поняла. Блин, я не знаю, как пишется. А ты потом, а вот ты думай над тем, как объяснять. Хомяки едят такую... растение такое, оно отвратительно. Оно отвратительно. Его добавляют... Блин. Хомяки едят. Еще мультик был у нас. Я не знаю, у меня нет хомяка. У кого есть хомяк? Он ел постоянно. О, съедим. Настя, ну трава. Какие бывают? Редька. Рукола, дальше. 5, шпинат, 4, брокколи. 3, 2, 1. Время вышло. Аплодисменты! Постучите кто-нибудь Маше по плечу. Маша. Я уже стою и думаю, по-моему, уже минута прошла. А вот она и прошла. Видишь, как Эля с энтузиазмом аплодирует. Настя, подождите. Настя, тебе объясняли. Секунд 40. У тебя есть какой-то вариант ответа? Хоть и у меня и был дома хомяк, но я не помню, какую траву он ел. Может быть... там трава была? Стоп! Настя, мне нужно от тебя слово. Давай какое слово тебе объясняли? 3. Айсберг. Айсберг. Нет, хороший вариант, уже трава, попадает. А к слову, что поняла ты? Что ты написала? Я не знаю, правильно или нет. Сельдерей, это правильный ответ. Сельдерей. А как ты объясняла? Давайте, во-первых, поаплодируем. Они угадали сельдерей. Это был главный капкан в истории этого шоу. Ну, это было хорошо. Молодец. И ты прям так сразу... Один балл у нас есть? Один балл у вас есть? Я аплодисменты. Команда «Анчик». Это ваш шанс отыграться. Вам достаточно набрать 2 балла для того, чтобы победить в этом раунде и сравняться. И ваше слово – это слово «авокадо». Зеленый овощ, фрукт, его добавляют еще... Стоп, ты не говоришь. Ты просто должен внемлить и записывать, еще, что понял. Есть, знаешь, поки продают, и в них добавляют рис, там, водоросли, еще что-то. И зеленый с косточкой, он внутри.
Его добавляют в салат, еще куда-либо. Так, зеленого цвета он. Он такой мягкий на вкус. Так, давай, я помогу тебе открыть. Давай, записывай быстрее. Время идет, потому что... А ты не смотри, Влад, пусть для себя это тоже будет сюрпризом. 30 секунд. А ты, кстати, думай, как это объяснить. Ну, давай. Что любит Аня Покров? Ого, ты вот так вот зашел? 15 секунд, Соня, пиши. Молодец. Вот единственное, через что... Так, осторожно. Стоп, давай. Что? Объясняй. Инстаграм не завтрак. Что на булочку намазывают? Такое зеленое. 5, 4, 3, 2, 1. Время вышло. Аплодисменты, друзья. Наверное. Дорогой Артем, что ты записал? Покажи в камеру. Я тут рисовал и стер, уже некрасиво. Авокадо. 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 Паша, авокадо. И слово авокадо. Паша объяснил через Аню Покров. Это человек, который Аня Покров авокадо. Она называет всех подписчиков авокадики мои. И он просто через нее... Ой, я бы не угадала. Я бы тоже так не угадала. Я думаю, как он так быстро объяснил. Дэн, у тебя есть твои кореша, которые делают все за тебя. В этом раунде со счетом 3-1 побеждает команда Амчик. Вот сейчас после двух раундов по 1-1, а мы двигаемся в раунд, который называется «Липсинг». Это мой самый любимый раунд нашего шоу, который называется «Липсинг». Паш, вы были хороши в прошлом раунде, поэтому мы решили немножко усложнить и еще более усложненную задачу, как оказалось. Смотри, прямо сейчас я дам тебе словосочетание. В этом раунде ты, как объясняющий, будешь присоединен к всеобщему астралу. Твоя задача за 3 повторения — это словосочетание из 2 слов. Передать Соне по губам. Липсин, понимаешь? Фишка в том, что ты не понимаешь, понимает тебя или нет, Соня не понимает, но вам нужно довести вот это самое словосочетание до конца цепочки и получить 3 балла. Такого еще никто не делал, возможно, будете первыми. Твое словосочетание — это эндотермическая катализация. Эндотермическая катализация. Да. Эндотермическая катализация. Да, реально смешно. Очень смешное слово. Надевай наушники и полетели. Все, посмотрел еще разочек. Время пошло. Погнали. Эндокармическая катализация. Эндокармическая катализация. Паша. Дальше. Эндокармическая катализация. Ну, ё-моё! Эндокармическая катализация. Не помню, да. Эндокармическая катализация. Ну все уже, давай, что понял, то понял. Я не понял. Непонятно. А мы тоже ничего не поняли, потому что все было запшикано, брат. Ничего не ясно. Ничего не ясно. Амчи первый человек, который сломал эту игру. Потому что обычно люди выдумывают новые слова, стараются как-то выкрутиться. Ты вообще подошел к преподу, я не учил экзамен, ставь мне 2, я пересдачу перед подругой. Ну, я знаю, что я ничего не понял. Я ничего не понял. Все, я слышал, что он это и говорил. А первую версию ты услышал, что говорил? Повтори. Не надо, Влад, не надо, нам хватило. Подожди, ну ты вообще прям ничего не понял. Я вообще не понял, я еще попросил, ну как, что там было? А ты же я тоже уже не помню, знаешь. Если честно. Подожди, ты уже забыла? Да. Ну ты же угадала. Она угадала? А ну, что ты говорила? Я не помню, какой-то катализация, что-то там. А что ты загадывал? Давай. Эндокармическая катализация. Эндокармическая катализация. Я пошел. Вы представляете? Вы представляете, у Паши и у Сони есть максимальная взаимосвязь. Это аплодисменты. Но вы знаете, что еще представляете? Паша перепутал! Там вообще нет кармы! Эндотермическая. Поэтому цепочка была поломана в самом начале. Аплодисменты Паше. Он же не объяснил, что ты не сказал. А задача объяснить то, что я загадал. В этом раунде у вас 0, все вопросы к Павлу, а мы переходим к команде Маши. Ну что, Аксоу, я вижу в твоих глазах, что ты готова. Ты прям готова. Не знаю. Возможно, сейчас готовности станет больше, потому что макроэкономический апофеоз. Главное не забыть, потому что если ты забудешь, это будет вообще провал или провал. Я готова. Надевай наушники, и минута пойдет прямо с того момента, как только ты постучишь Насте по плечам. Погнали!
макроэкономический апофеоз. Второе слово говоришь. Так. Дефолт и происходит прямо сейчас. Браво! Это и было. Друзья, супер, вы легенды, просто. Вы понимаете? Если бы мы, ну, здесь звучал правильный ответ несколько раз. Подожди! Он сейчас и прозвучит из ваших уст, Эльвира. Что услышала ты? У меня инфаркт сейчас будет. Не надо. Экономический. Макрофиоз какой-то. Так. Я так вообще нелогично, но я так поняла. Ты то же самое объясняла? Я экономический макрофиоз, но... Настя, что ты? Я тоже экономический макрофиоз. Экономический макрофиоз? А что? А слово макроэкономический апофеоз? Вы чуть-чуть, аплодисменты. Это было смешно. Настя сказала макроэкономический апофеоз и уходила к тебе, сказав правильные словосочетания. Но почему-то у нее... Нет, она по дороге, по-моему, чуть-чуть поменяла. По дороге она макро переместила, сказала экономический макрофиоз. И вот, а ты такая экономический, макроэкономический, а потом все скатилось. Но это аплодисменты. Если можно быть максимально близкими к баллу, сегодня вы были. Аплодисменты. Но, к сожалению, 0-0. Ничего нового. Общий счет по итогам трех раундов 1-1. Мы двигаемся в финал нашего шоу, который так и называется «Проверка связи». Нашего шоу, которое так и называется «Проверка связи». Ребят, мы на самом деле, я хочу вам сказать, что вы большие молодцы. Вы играли максимально достойно. И несправедливо, что счет всего 1-1. Но ничего, сейчас мы отбросим слова. Сейчас мы отбросим даже губы и оставим только движение. Все максимально просто. Давай решим, кто из вас будет начинать. Настя, Софа, скиньте, пожалуйста. Тот выиграет, тот и будет показ. Давай. Первый ножницы. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Почему? У тебя вот по танцам начался в моменте. Нет, там были ножницы. Ничего, ни хрена там не было. Раз, два, три. Что там было? Ну все, победила Софа. Хорошо, вы начинаете. Теперь ты первая будешь показывать слово. Обалдеть, выигрыш, говорит. Ну, значит, проиграла. Смотри, я дам тебе слово. Твоя задача за 15 секунд, стоя здесь, показывая зрителям, сделать так, чтобы твоя команда угадала. Вы нажимаете на кнопку, и вы нажимаете на кнопку. Кто первый угадает, тот и забирает себе балл. Вы балл один. Вот переходит к вам. Вы два, потому что это ваш человек. Супер. Соф, твое слово. Ага. Погнали, 15 секунд пошли прямо сейчас. Давай. Рыбалка, это правильный ответ. Нормально показалось. Я подумал про лассо. Поняла, типа? Лассо? Ну, как это? Что такое лассо? Я чемпион по игре в ковбой. Ну, как это ковбой, как эта штука? А, вот это. Нет, она просто потом потит сначала ковбой, она потом потит. Это будет в следующем выпуске проверки связи. Лассо. Так, давай. Эли, это твой. Я поняла. Погнали. 15 секунд. Всем пока. Всем показываю. Жираф. Да. Мы нажали, все, мы нажали. Как только вы поняли, что они не нажали, они быстро нажали, а вы не успели нажать и сказать «жираф». Вы чего? Поэтому это ваш недочет. Настя, молодец, ты сказала. Ну, болту у нас есть? Да, даже два, я вам скажу. Три балла. Я не знаю, как она поняла, короче, нажимаю. Так, давай. Ну, покажешь, будешь легендой, давай. Давай, давай, давай. Всем пока. Давай, давай. Кристина, угадывай. Так. Снеговик, что ли? Мне очень интересно, что ты... Морозильная? Команда Амчева, а у меня два варианта. Болит живот. Морозилка? Мороженое вкусно. Медведь какой-нибудь? Ну, близко. Но это варенье было слово. Это варенье. Настя, ты пыталась как могла. Амчи, иди сюда, теперь ты показывай. О, у тебя вообще невероятное. Смотри, ребят, здесь два слова. 15 секунд, пошло. Давай. Два слова? Так. Машина. Парта. Это первое слово он объясняет. Стул. Картинг.
картер. Шезлонг. Кресло. Шезлонг. Диван, диван, кресло. Диван, 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 диван. Кресло качал. Кресло качал. Массажное кресло. Ну, дай еще 5 секунд, насчитал, что 2 слова. Четыре, три, два, один. Да, блин. Кресло суфлёр. Диванный критик это был. Диванный критик, ё-моё. Ну, ты пытался, брат. Ну, типа, ты сделал все, что мог, это правда. Это было жестко, это было жестко. Кто еще не показывал? Маш, иди сюда. Маш, иди давай. Ой, господи. Не, в принципе, понятно. Маш, собирайся. Иди сюда. Вот твое слово. 15 секунд пошло прямо сейчас, давай. Слон! Слон! Носорог! Слон, Таиланд! Таиланд, ты снимала клип! Слон! Носорог! Ушкадос! Носорог! Пять! Носатый! Секунд! Четыре, три, два, один! Да хобот, вы че угораете? Опа! Там слон же говорил! Хобот, блин! Никому я не тебе скажу, что после диванного критика сложно догадаться, что это слово. Иди сюда, Влад, теперь ты показываешь, давай. Вау, ну это было очень сильно. Отгадать слона с первой секунды, но не допереть, что это хобот. Так, собираемся, девочки. Ага, 15 секунд пошло прямо сейчас, давай. Весы! Нет. Давай, расскажи им еще. Лед. Иглы? Нет, горячо, холодно. Вообще максимально холодно. 3 секунды. Мышеловка, мышеловка, мышеловка. Это... Подожди, время вышло уже как секунд 5, а вы там капкан, капкан. Ну капкан это правильно. Бал никому не идет. Да вы были позже времени, 15 секунд, ты на 25-й сказала. Все нормально, иди сюда. Аксова, ты единственная, кто еще не показывал. Давай. Давай, давай. Погнали, у вас есть возможность угадать сейчас. Стрюля. Ест, ест, дегустатор, дегустатор усыпан. Я просто не видел еще никогда таких заряженных людей, как Эля, в эту игру. Иди сюда, Эля. Самое... Мы же даже денег не разыгрываем. Прикиньте, что она будет творить за бабки. Я в прошлую неделю играла в игру в одну, и вообще там всех выиграла. Ну я уже верю, почему. Давайте. Жестко. Вентилятор. Погнали. Молния! Да что же вы делаете-то? Они уничтожили труд вообще. Это, давайте всей команды поаплодируем команде Маш. Это конец. Это превосходно. Это конец раунда проверки связи. Максимально бесполезная процедура, но мы отправляемся подсчитывать результат. Итак, друзья мои, вот чтобы вы понимали, человек себе синяк поставил на руке, нажимая на кнопку. Тогда победа того стоит. Эля, ты реально вот за ничего всегда готова в любой кипиш улететь? Я же сказала, что главное участие. Все участники, вот именно так. Помнишь, я сказал тебе, что никто после фразы «главное участие» не побеждал? Было мало. Я не знал, что у тебя такая команда, которая в четвертом раунде со счетом 7-0 побеждала. 7-0. В результате всего шоу со счетом 8-1 побеждает команда «Маша». У нас сегодня антирекорд, это тоже рекорд. Да. А ты что, да? Вы говорили, ты победи! Ты мне лично говорила, да! А сейчас, да. Видишь, а кто сказал, что главное участие, а не победил? Блин, ну давайте Амч поблагодарим за диванного критика. Не повезло. Но вы, девчонки, конечно, у нас будет зал легенд шоу проверки связи. Там точно будет Эля. Вы видели, как она впечатала эту муку? Она до сих пор здесь, я ее вижу. Все, аплодисменты победителям. Команда Амчи, вам тоже аплодисменты. Меня зовут Ваня Корнеев, шоу проверки связи. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.